Доброе утро, дорогие друзья! Каждый день мы слышим огромное количество слов, но если спросить, как они пишутся или что означают, можно попасть в затруднительное положение. И сегодня мы узнаем значение слова «конструктивный». И конструктивный диалог – это тот диалог, который приводит к каким-то, наверное, решениям. Полезный. Я понимаю, как это слово используется в предложении или в тексте, но конкретно не сильно развернутый смысл, а именно четкий, конструктивный, как-то так. Обоснованный. Значит, принимающий какие-то новые решения. Конструктивный. С аргументами, я думаю. Что я не образованный вообще, девушка. Это же такие вопросы из со школы, а я школу уже даже не помню. Что-то. Этот термин имеет два значения. Первое – относящийся к конструкции, нужный для конструирования, к примеру, конструктивные свойства материала. Второе значение – такое, которое можно положить в основу чего-нибудь. Можно еще заменить словом «плодотворный», например, «конструктивная критика» или «конструктивные предложения». Чтобы расширять свой словарный запас, нужно каждый день учить новые слова. Ну и, конечно, знать их определение, чтобы правильно употреблять. И, конечно, развивайте свою эрудицию вместе с нами.